Всем привет! Меня зовут Макс, это мой канал, и поскольку я все-таки выздоровел, и тьфу-тьфу-тьфу, рецидива не случилось, ну, по крайней мере, на данный момент, я могу, скажем так, закрыть долги. Это будет три видео, но на самом деле немножко больше трех, которые закрывают те темы, которые не успел закончить в своей болезни. Первое, естественно, КБ-3. Мы закончим смотр КБ-3, и я придумал, наконец-то, как провести голосование за финалку, то есть, ну, кто, где, как. То есть я буду размещать работы по своей оценке. Короче, вы все увидите. Наконец-то есть адекватный вариант, как все-таки судить КБ-3. Второе. Это сегодняшнее видео. Это весьма специфичные проклятые танки. Они не то чтобы проклятые, они даже красивые, но идея сама проклята. Это видео по ивенту на моем сервере, к которому я никакого отношения не имею, хочу заметить. Ну и третье. Это немножко особенная выставка для разных людей, по тем или иным причинам, работы которых я давно уже должен был осмотреть и не осмотрел. Ну что ж, с предисловием закончили, ну и поехали. Итак, вкратце, на моем сервере прошел конкурс на флот. Вы не ослышались, на флот. Нет, не в Ultimate Admiral Dreadnoughts, это было бы, ну, другая игра была бы открыта. Нет, именно конкурс на, ну, на флот. В Спрокет. Начнем, пожалуй, с демонстрации флота Урмянцева Демида. Если я все правильно сказал. Да. Итак, у нас есть. О. Итак, авианосец от Урмянцева Демида. Вы. Посмотрите на это. Не. Ну, я должен что-то говорить. Это очень круто. Я понимаю, что тут кое-что взято, естественно, скорее всего. Я уверен, что кое-что тут взято непосредственно из блендера, но, блин, самое ужасное, эта штука едет. Причем едет она неплохо. Ну, то есть, ну, да. Авианосец в Спрокет. Я очень жду мультиплеера, когда можно будет попробовать создать самолет из танка и посадить его сюда. Ладно. Итак, это авианосец. Далее у нас есть торпедный эсминец. Вот такая вот маленькая торпедная штука. Опять-таки, оно работает. Правда, пушка не стреляет, но ничего страшного. Так, крейсер Демдоград. Я надеюсь. Вот он наш крейсер. Пушка все равно не стреляет, ничего страшного, я думаю. Блин, ну, правда, это же впечатляет, ну, серьезно. Это действительно крейсер в Спрокет, ну, блин. Ну и линкор Румянцев. Да, это линкор. Да, это линкор Спрокет. Просто посмотрите на этот, на эту жесть. Я право не знаю, ну, ведь это ж надо было придумать этот конкурс. Это правда невероятно круто. Типа, фантазии, ребят, явно хватает. Я хлопаю на самом деле от такой вещи. Далее у нас будет. Пиксель Дева, господи, как кошка-девочка, как же ты у нас пиксельмен. У нас есть авианосец, линкор и миноносец. Так, по-моему, это вот, нет, это первый авианосец. Так, это не то. Не то. Ладно, начнем с легкого малого крейсера. Ну,
У него работает пушка. Ну, конечно, немножко простенько, на мой взгляд, но выглядит-то правда, ну, корабль. Видите, по три пушки. Ну, блин, это же реально круто. Я только что понял, в чем проблема и куда делся еще один авианосец, потому что кое-кто сделал ерунду, точнее я. Ладно, продемонстрируем линкор. Пожалуй, у линкора несколько маленькие пушки, но... Блин, это круто. Когда будет многобашенность, это все будет еще круче. Так. Хорошо. Так. Линкор. Миноносец. Ну, минный заградитель получился... На мой взгляд, кстати, из всех представленных от Пиксельмена кораблей, этот выглядит наиболее, скажем так, ну, реалистично, да? А это слово тут допустимо? Ну, видимо, да. В общем, да. Миноносец. Ну и на самом деле мы посмотрим сейчас последний из таких кораблей. Это... корабль от непосредственно человека, который формально победил. Ну как формально, нет, по итогам конкурса победил. Это Хиталия. К сожалению, у него не слегка посыпались декали. Но вот у нас ЦАшка. Башня, как я понимаю, установлена сверху, чисто декоративно. Ну вот у нас тяжелый крейсер. Ну, на мой взгляд, конечно, проблема с посыпавшимися декалями, но тем не менее, да. Прикольный тяжелый крейсер, мне это нравится. Вот такая вот штука. Официальные итоги конкурса были таковы. Победил Хиталия. Второе место делит Румянцев Демид и Кошка-девочка. Ну, собственно, все. Да, вот такой флот в Спрокет. Тут пара кораблей, к сожалению, были упущены. Кое-что не загрузилось, кое-что поломалось. Все-таки Спрокет обновляется. На мой взгляд, это был очень интересный и необычный конкурс. Ну, господи, кто вообще додумался? Флот в Спрокет, ну, это не очевидная штука. В общем, я был рад показать вам это все. Спасибо за просмотр, до встречи в новых видео, я жду еще, я чувствую, что надо будет делать свои долбанные конкурсы, какие-нибудь такие вот интересные. Но, тем временем мы закругляемся, и я продолжаю делать дальше контент для вас в Rocket. Я очень надеюсь, что в ближайшее время я впервые за фиг знает сколько времени сделаю, наконец-то, какой-нибудь танчик, прям вот танчик. И мы возродим парочку старых рубрик. Ну а с вами был Макс, ленивый канал, до встречи в новых видео, пока.